Уважаемые жители и гости города Белгорода, дорогие ветераны, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. Это самый важный праздник нашей страны, день великой радости и скорби, праздник со слезами на глазах. У каждого человека с 9 мая связаны личные переживания. Нет ни одной семьи в стране, где бы не воевали деды и прадеды. Любовь к родине, мужество, самоотверженность участников войны и тыловиков примерно мы сейчас. Через столько лет они словно толкают нас вперед добиваться поставленных целей, беречь то, что они сохранили ценой собственной жизни. Дорогие ветераны войны и труженики тыла, мы всегда будем помнить, какой высокой ценой нам досталось это мирное небо. Низкий поклон вам. Желаю всем мира и радости, здоровья, с праздником, с Днем Победы!